Конечно, ежегодный уже турнир, четвертый по счету среди руководителей силовых структур и их заместителей по стрельбе. Сам турнир очень интересный, о популярности его говорит сам факт, что у нас ежегодно увеличится количество участвующих команд. Да, в этом году было приглашено уже 20 команд. Присутствуют различные виды стрельбы, это как стрельба из боевого оружия, и так и спортивного оружия. Что такое простоять с пистолетом 10 минут? То есть это межмышечная координация, это развитие выносливости, других физических качеств. Вот. И, конечно же, то есть в данном случае очень ярко работает принцип. А основной принцип обучения – это делай, как я, и наши теперешние участники соревнований, руководители личным примером показывают, как надо, в общем-то, заниматься физической подготовкой.